Отдых летом на море с семьей, бодрость на весь год. Семейный отдых понравится и детям, и взрослым. Дети будут в восторге от моря и солнца, а взрослые смогут отдыхать, не заботясь о том, чем занять своего малыша. Ведь в курортных городах инфраструктура рассчитана на развлечения для детей и их родителей. Отдых летом на море с семьей – это не только наслаждение морем и волнами, но и развлекательные центры, детские площадки, забавные аттракционы, достопримечательности города, театры и другие развлечения. Каждый отдыхающий сможет провести время так, как пожелает его душа. Все получат заряд бодрости на предстоящий год. Время отдыха, когда стоит провести отдых с семьей. Семья самостоятельно выбирает время отдыха. В основном, все ориентируются на время отпуска или летних каникул у детей. Но необходимо знать некоторые нюансы, чтобы отдых понравился всем. В это время начинается купальный сезон на Черном море. В полдень вода прогревается до комфортной температуры, поэтому можно купаться с обеда и до вечера. Многие люди любят отдыхать в сентябре. В это время бархатного сезона нет изнуряющей жары, а вода в море теплая и днем, и ночью. Лучший отдых на море – дети, лето и недорогой отдых 2021. Дети любят лето за то, что в это время начинаются каникулы и можно ехать отдыхать на море с родителями. Лучший отдых на море для малышей там, где много детских развлечений. На пляжах устанавливают большие надувные бассейны, а в отелях обычно есть стационарные бассейны для взрослых и детей. Недорогой отдых летом 2021 года – это отдых в частном секторе. Преимущества такого отдыха заключаются в низких ценах на жилье, радушном приеме владельцев гостевых домов и в том, что нет привязанности ни к одному из пляжей. Вы можете выбирать любое место для отдыха, где будет удобно вам и вашей семье. Отдых летом 2021 года в России – места отдыха для семей. У каждого человека имеется потребность в качественном и запоминающемся отдыхе. Такое мероприятие можно организовать и в нашей стране. Отдых летом 2021 года в России может быть дешевым, качественным и впечатляющим. Главное – знать лучшие места отдыха, где хорошие пляжи, питание и есть все необходимое для развлечений. В качестве вариантов проведения отпуска с семьей, необходимо рассмотреть курорты, расположенные в таких областях, Краснодарский край. Популярные для отдыха все города этого края, которые расположены вблизи моря. Здесь много моря, солнца и ярких впечатлений для детей и взрослых Крым. В южной части полуострова много курортов с санаториями, пансионатами и частным сектором. В этом месте каждый человек найдет отдых по душе Сочи. Отдыхать в этом городе понравится семьям как с маленькими, так и с взрослыми детьми. Развлекательные центры, клубы, дискотеки и вечеринки – все объекты инфраструктуры уже готовы к встрече отдыхающих здравниц России. Санатории с лечебными процедурами помогут поправить здоровье. Отдыхающим в учреждениях санаторного типа предлагается спальное место, питание 5 раз в день и лечение. Есть санатории, где можно отдыхать семьей или только матери с ребенком, много курортов не только на Черном море, но и на Каспийском и Азовском море. К берегам этих морей едут отдыхающие, которые любят тишину и покой. Здесь меньше людей, но так же, как и на Черном море, можно загореть и оздоровиться. Дом отдыха для семей – недорогие путевки на море. Курорты южного берега Крыма славятся целебным можжевеловым воздухом и ухоженными пляжами. Если заказывать путевку на море на работе, то она будет намного дешевле, чем непосредственно в учреждении. Это связано с тем, что предприятие для своих сотрудников оплачивает часть стоимости. Семейный отдых с детьми на Черном море, учитываем особенности. Прежде чем отправиться на курорт с детьми, необходимо учитывать такие особенности и факторы, необходимо тщательно продумать и предусмотреть все детали семейного отдыха с детьми на Черном море. Следует учесть все предпочтения членов семьи, чтобы для каждого из них отдых был полезным и приятным. База отдыха «Увлекательное лето 2021. Отдых с детьми». В нашей стране много различных баз отдыха, в которых каждый турист сможет найти условия отдыха на свой вкус. Лето 2021 на Черноморском побережье позволит всем семьям набраться сил на предстоящий год и получить позитивное настроение. Семейный отдых с детьми на базах будет увлекательным и интересным. На территории любого курорта есть различные услуги для отдыхающих: парковка, бассейны, сауны, бани, минимальный набор медицинских.
услуг развлечения, катамараны, аттракционы, летние кинотеатры, экскурсии, наличие интернета, все отдыхающие найдут на базе отдыха развлечения по душе, никому не будет скучно. Отдых для многодетных семей на море. Если в семье 3 и более ребенка, она считается многодетной. Государством предусмотрен бесплатный отдых для многодетных семей на море. Возможно, это при соблюдении таких условий, в семье должно быть 3 и более ребенка до 18 лет, наличие медицинских показаний. Для получения путевок в санатории или другие оздоровительные учреждения, наличие справки из поликлиники по форме 070-04 гражданства России заявителя, то есть одного из родителей, если многодетная семья планирует поездку на море самостоятельно, тогда необходимо заранее позаботиться о жилье. Отдых большой семьей, фото, семья на отдыхе на море. Большая семья – это всегда хорошо. С наступлением лета все стараются поехать на море. Кто-то снимает видео о своем отдыхе, а другие делают миллион фотографий на память. Отдых большой семьей можно провести в любом из курортов нашей страны или отправиться за границу. Каждая семья выбирает отдых согласно своим предпочтениям и финансовым возможностям, но у каждой в арсенале будет фото «Семья на отдыхе на море». Такие фото можно показывать друзьям или поместить в рамку и повесить на стену. Они будут напоминать о хорошо проведенном времени на юге, куда захочется вернуться снова. Совместный отдых с семьями, что нужно учитывать? Выбирая компанию для совместного отдыха, не стоит поддаваться первому импульсу. Совместный отдых с семьями может быть испорчен, если у семей разные темпераменты. Ведь будет неприятно, если одна семья будет водить ребенка по развлекательным центрам и баловать его, а другая не сможет это позволить. Активный отдых семей, что нужно знать? В настоящее время люди начали понимать ценность здорового образа жизни. Поэтому даже в отпуск многие семьи отправляются на активный отдых. Но более интересным и увлекательным будет активный отдых нескольких семей. Можно вместе поиграть в волейбол или другие подвижные игры. Многие люди собираются по несколько семей и отправляются в поход в горы. Отдых с семьей с друзьями комфортно или нет? Когда семья едет на отдых, тогда взрослые члены семьи учитывают все нюансы, чтобы отдых был проведен комфортно и интересно для детей и взрослых. Отдых с семьей и друзьями, имеется в виду с другом папы или подругой мамы, может иметь свои особенности, которые стоит учитывать. Необходимо учесть все нюансы, чтобы отдых был интересным для всех членов семьи и друзей, которых вы пригласили с собой в поездку. Отдых летом с семьей – советы. Люди часто задаются вопросом, как провести отдых летом с семьей, чтобы он запомнился надолго и оставил приятные впечатления. Следует обращать внимание на стоимость путевки, чтобы это не стало сюрпризом по приезду на курорт. Близость расположения моря от жилья является немаловажным фактором. Немаловажным фактором при выборе курорта является инфраструктура. В городе должно быть много развлечений как для взрослых, так и для детей. Прислушивайтесь к советам и отзывам друзей и родственников, которые уже отдыхали на том или ином курорте. Так легче сделать выбор и будет уверенность в том, что отдых пройдет удачно. Хороший отдых лечит все болезни. Поэтому отдыхайте безупречно, чтобы получить заряд бодрости и позитива на год вперед.